Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. В этой истории есть все: любовь, слезы, измены и головокружительный успех. Мало кто знает, но в начале 2000-х годов, когда Николай Басков только начинал покорять музыкальный Олимп, его продюсером стал Борис Шпигель, который под шумок выдал за многообещающего певца свою дочь Светлану. Благо, между молодыми людьми вспыхнули настоящие чувства, потому брак по расчету превратился в удачный союз. Спустя 5 лет отношений у пары родился сын. Зовут мальчика Бронислав, и на сегодняшний день он растет без отца. Что же случилось в казавшемся безоблачном браке и почему у Баскова нет возможности видеться с сыном? Рождение ребенка совпало с началом бурного роста Баскова, как музыканта. Концерты, новые знакомства, головокружительные гонорары – все это отодвинуло семью на второй план. Светлана Шпигель осталась недовольна тем, что стала занимать вспомогательную роль в отношениях и пожаловалась влиятельному отцу, по совместительству, продюсеру Баскова. Николай, однако, понял, что дважды удачу за хвост не схватишь, потому вместо семейных хлопот выбрал большую сцену. Николай явно не ожидал, как дорого ему выльется это решение. Светлана, используя связи отца, лишила Баскова отцовских прав. С тех пор Бронислав растет не только без звездного отца, Николаю запрещено даже видеть наследника. Такова и цена разбитого сердца продюсерской дочери. Официально развелся Басков с первой женой в 2007 году и с тех пор не общается с семейством Шпигелей совершенно. В интервью он эту неприятную тему пытается всячески обходить стороной, что и неудивительно, ведь с тех пор ни детей, ни постоянной спутницы жизни у него так и не появилось. Оставляйте свои мысли по этому поводу в комментариях, и помните, мы ценим чужое мнение, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить важные новости.